Мы уже рассмотрели eGRP, IPv4, IPv6, а сейчас рассмотрим RIP. Ну, естественно, у нас два RIP для IPv4 и IPv6. Рассматриваем RIP версии 2 для IPv4. В отличие от IPv1, у нас, во-первых, он может понимать уже бесклассовую маршрутизацию. И во-вторых, он посылает сообщение не broadcast'ом, а с помощью мультикаста на определенный адрес 224.009. Давайте запустим пакет-трейсер наш. Загрузим наш файл Base Topology и сохраним его как RIP. Как всегда, при конфигурировании маршрутизации для IP-версии 4 мы конфигурацию делаем на весь роутер. Поэтому от основного конфига мы задаем роутинг для RIP и сдаем информацию. Давайте это сделаем. Конфигурим все маршрутизаторы по очереди. Enable. Конфигуры терминал. Роутер RIP. И давайте вот вопросительный знак я набрал. Что он позволяет сделать? Он нам позволяет задать версию протокола. Первую или вторую. По умолчанию идет первая. Поэтому, если мы не зададим вторую версию, она такая останется. И подключенные сети, на которые роутинг будет. Все остальное мы не будем углубляться, пока рассматривать. Version 2 и Network 10.0.0. 10.10.10.0. Network 10.0.1.0. Стрелку вверх. 4. Сайтмэм. Обратите внимание. Вот у нас роутер. И вот во что превратились наши три записи Network. Это, собственно, возникает из-за того, что команда network, она классовая, то есть она определяет класс сети, и если у нас тут сети класса А, то она всех их схлопывает в одну. Но мы все равно будем писать нужные сети. Второй. Enable. Конфигуры терминал. Роутер RIP. Вторая версия. И сети подключаем. Network 10.0.1.0. Вторая. Включили.
Третий роутер. Enable. Конфигуры терминал. Роутер RIP. Версия 2. Network 10.0.11.0.2.0 и 3.0. Right main. Четвертый роутер. Enable. Конфигуры терминал. Роутер. Роутер RIP. Версия 2. Network 10.0.3.0. Форк 10.0.4.0. Right main. Ну, конфигурацию посмотрим. Вот все точно так же. Ну и теперь попробуем. Гоним. Десктоп. Конфиг. Значит, у нас там 11-я сеть, да? 10.0.11.10. Да, вот видите, не так быстро он построил маршрут, но пинг идет. Также на симуляции попробуем. Запустили пинг. EMP проходит. Скорость чуть побыстрее сделаем. RIP. Так, ну и давайте. Значит, пинг идет. И трейсрут посмотрим, чтобы определить, по какому пути он пошел. Да, вот видите, смотрите, он по очереди ходит то по одному пути, то по другому. Тут пошел 1, 2. Значит, а тут через четвертый пошел. Ну и, соответственно, если мы выключим один из интерфейсов, ну вот, сериальный, вот первый, скажем, он в Т, интерфейс S010, шатдаун. Я выключил весь пакет-трейсер случайно. И со всем конфигом несохраненным. Ну, в общем, вы видели, что все это работает. Я его повторять сейчас, наверное, не буду.
Ру. Ой, конфиг. Ру. Да, у нас тут не сохранился. Это к тому, что нужно его сохранять. Значит, ну, тогда будем считать, что мы рассмотрели RIP версия 2. И сейчас перейдем к RIP версии для IP версии 6 RIP NG.